Доброе утро, уважаемые селяне. Начал собирать картофель. Уборка картофеля. Два сорта. Джавел и Белая Роза. Белая Роза. Ну и вот Джавел. Проблема в чем? Проволочник. Беда. На этот участок поля не садил в том году. Зараза, очевидно, голодная. Ну и картофель, конечно, от него пострадал. Может, кто подскажет, как бороться? Доброе утро, ребятушки, подписчики канала «Живу на селе». Вот, урожай никакой, собственно. Хотя нам с моей ненаглядной и мамой хватит. Участок был засажен 2 сотки. Да, вот остаточки остались, которые нужно скопать. Ну, думаю, вот от силы такая же кучка будет. Собственно говоря, на 2 ведра. Ну, а вам хорошего урожая картофеля. Я садил Джавел, Белую Розу, проволочник все истыкал. А вам хорошего урожая. Всего доброго. Отличного дня.